Утро на Live78 продолжается с праздником. Еще раз мы всех поздравляем. И к поздравлениям присоединяется отдельный креативный батальон русской армии. На данный момент в лице Дмитрия Малави, композитор, клавишник и Денис Дмитриев, солист. Доброе утро, доброе ребята. Утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, спасибо, что 8 марта этим утром вы готовы поздравить всех петербурженок непременно. И не только петербурженок. Вообще хотелось бы поздравить всех леди, мисс... И лично вас, Екатерина, конечно. Спасибо огромное. С праздником. Спасибо, друзья. Ну что же, креативный батальон русской армии, отдельный креативный батальон, такое креативное название. Почему вы так решили назвать себя? В чем это заключается? Ну, на самом деле, это все задумывалось как отдельное, скажем так, спецподразделение, которое будет заниматься отдельно от всех других военных коллективов, музыкальных военных коллективов, именно креативной музыкальной частью. То есть, что это такое? Это может быть, в принципе, все, что угодно, потому что мы, в принципе, не ставим для себя каких-то рамок и границ, а берем любое произведение и подаем... Русское, зарубежное, русское, да? Зарубежное, да. Новое, неважно, старое. Да, неважно совершенно, в каком оно жанре, и подаем его в совершенно неожиданной новой интерпретации, в новой обработке. Так, чтобы это было интересно молодежи, например. Вот взять патриотическую песню, да, вот чего греха таить, да, сейчас больше людей молодых, да, поколение Next слушает клубную музыку. Как сделать так, чтобы они стали слушать лучшие образцы патриотической, например, военной, да, как-то, да, это вот к этой культуре. Подать это в для них интересной форме. Но вот не могу не спросить про вашу форму, это что-то свое, ноу-хау. Такую форму ни у кого, у других военных точно не встретить. Да, мы ее разработали сами, это по авторскому, так сказать, эскизу. Можно сказать, всеми общими силами нам. Ну, при, так сказать, содействии дизайнера, естественно. Ну да. Не. Хотели создать, так сказать, неповторимый сценический образ. Вот, не только выйти на сцену, да, в традиционной военной форме, но и сделать какой-то парадный вариант. Вот. Что у нас? Ну, девушки, наверное, все в восторге, когда мужчины, красавцы, в форме, еще и поют. Ну, сейчас, если звонки в студию пойдут... Да, у нас прямой эфир, да, сразу телефон будет разрываться. Но ваши, вы поете не только такие патриотические песни, но и все-таки то, что любят девушки, даже девушек, эстрадные, Адель есть в вашем тоже репертуаре. Совершенно верно. Собственно, с нее когда-то все и началось. Да, мы были тогда в другом коллективе, и спели мы песню на тоже другом канале. Федеральном. Вот. Федеральном, да. Как любят говорить. Такой, мне кажется, это был маленький камушек в наш огород. На федеральном, знаете. Да нет, на самом деле, да, действительно, все началось года 3 назад. Именно с песни из Джеймса Бонда, «Skyfall» она называлась. Вот, пела ее Адель, поют до сих пор, слава богу. Вот, а мы решили сделать... А теперь ее поет ансамбле... креативный, да, батальон. Да, да, в нашем ансамбле поет ее Денис Дмитриев. Да, мы решили сделать свою версию и вышли в эфир. Вот, и чудом просто за неделю собрали 2 миллиона просмотров в Ютубе. Вот, и поняли, что это действительно... Это очень хорошие показатели. Да. Но для нас, на самом деле, это был показатель того, что это интересно людям. Вот, что они это смотрят, что они стали писать комментарии, отзывы, и мы решили это продолжать. Вот, и правильно, и совершенно правильно. Ребята, музыкальный подарок для наших зрителей, я надеюсь, для городского у вас канала есть. Отправляйтесь, пожалуйста, да, прямо сейчас на сцену. Отправляйтесь. Да, мы ждем, все дамы ждут, да, у телеэкранов, спасибо, ребята, замерли. Что вы с нами сегодня. Даже этим утром. Завтра, я напомню, наверное, отдельный креативный батальон русской армии на Live78. Готов поздравить всех петербурженок с праздником. Меня любила, и
ты меня прости, когда бывал я резким, не бойся, распахни на окнах занавески, и солнце светит пусть в окошко даже ночью, напоминая, что тебя люблю я очень, люблю я очень, я тебя люблю. И с нами навсегда твои глаза и руки, и с нами навсегда забота твоя, и будут навсегда с тобою дети и внуки, с тобою навсегда. Я вдруг уеду, ты помоги вдали враждебной одержать победу. Ты научила сына смелым быть и быть упрямым, и никогда он не забудет о любимой маме. Никогда. И знай, say, are you all not do that? Sex bomb,
sex bomb. You're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. Baby, you can turn me on. Baby, you can turn me on. Me.